Сочные квашеные помидоры – постоянная закуска на праздничных столах и в будни в зимнее время. Главное – заранее заготовить ее в летний сезон с чесноком и зеленью, чтобы хватило до следующего лета. Количество ингредиентов указано на 3 банки, объемом по 1 литру. Уксус в рассол не добавляется, равно как и лимонная кислота, подсолнечное масло. Желательно хранить квашеные томаты в прохладном месте, подвале или погребе, чтобы приостановить процесс брожения. Помидоры – 600 грамм, чеснок – 1-2 штук, головки. Вода – 1 литр. Соль – 2 столовые ложки. Сахар – 1 чайная ложка, по желанию. Сельдерей – 0,5 пучка. Зонтики укропа – 2-3 штук. Перец черный горошек – 10-15 штук. Количество порций – 3-4. Подготовьте указанные ингредиенты. Помидоры промойте в воде, банки сполосните. По желанию томаты можно квасить как в катке или ведре, так и в банках. Выложите помидоры в банки и добавьте укропные зонтики. Очистите зубчики чеснока, промойте и выложите в банки. На емкость объемом 1 литр уйдет примерно 5-6 зубчиков. Разберите пучок сельдерея, промойте веточки и добавьте в емкости. Из соли, горошин черного перца, воды и сахара приготовьте рассол. Воду можно вливать как из-под крана, так и отфильтрованную холодную. Сахар можете добавлять по желанию, он просто придаст томатам легкую сладость. Залейте рассол в емкости, стараясь покрыть томаты. Квашеные помидоры в банках закройте капроновыми крышками, но оставьте немного места сверху, чтобы рассол бродил. В теплом месте емкости оставляйте примерно на неделю, чтобы помидоры как следует проквасились, в холодном месте – на 3-4 недели. Можно проколоть каждый томат ножом, срок закваски сократится и закуска будет готова быстрее. Выложите сочные и аппетитные квашеные помидоры на тарелку и подайте к столу с любым вторым блюдом, запеченным мясом, рыбой и так далее.